Декабрь – время подводить итоги. В столичной администрации на еженедельном совещании обсудили исполнение бюджета города Чебоксары за 11 месяцев этого года. В городскую казну поступило 8,5 миллиардов рублей. Если за последний месяц этого года она пополнится еще на 1,7 миллиарда, то бюджет будет исполнен. Необходимые средства ожидаются в виде подоходных и других налогов. Бюджетные деньги направят на текущее финансирование. Основная доля расходов – сфера образования. На нее приходится почти 50% средств. На совещании обсудили и ситуацию с троллейбусным управлением. Напомним, предприятие реализует ряд антикризисных мер. Еще одна предлагаемая – увеличение стоимости проезда на 1 рубль, а проездных билетов на 50 рублей. Тариф в городе Чебоксары один из самых дешевых в КФО, наверное, один из самых дешевых в Российской Федерации. Поэтому своевременно меры нужно принять. Тогда жду в ближайшее время предложений обоснованных расчетов.